Че там? Лаксар, Полинор, Найоми, Джон, Стивиди. Дима Чмега, ты тут? Тут. Заходи в рейд у нас, для тебя хант. Я пока приду до самого. Петя, у меня потом к тебе вопрос тоже интересный. Типа. Давай. Я вот за медведя очень долго играю, да? Но мне так похуй на все вот эти символы, тотем, ну, типа таланты, всю эту хуйню. Но меня интересует этот момент. Вот сейчас просто сижу и думаю. Короче, вот эта хуйня. 20%, да? И у меня скилл, короче, восстанавливает 3%. Типа, ну, типа 0,3. Сейчас короче линканул, блядь. Насколько это повышает этот символ? Вообще, есть ли в нем смысл, нахуй? Тебя подняли быстрее по сейвам, может. Этот символ по большей части для хилов рассчитан. Что хилы, хилам тебя проще прохиливать. Ну, типа, насколько, вот мне вот интересно, насколько он повышает, типа, ты вот, смотри. Вот эти 3% ты умножь на 1,20. Подожди, считается намного проще. Считается намного проще. Без символа низкого восстановления ты восстановишь 30% хп, а с символом 36% хп. Все. Спасибо, я понял, он бесполезный, нахуй. Вот этот символ низкого восстановления, он полезен только для хилу. Но смотри, с ума не сойди. Смотри, я для себя пришел к выводу, что на больше хп разбавить профитнее, на инстинкты выживания, я, короче, ставлю себе символ. Теперь книжка танк, а фадикейт тоже танк. Ты меня хочешь на босса поставить? Ну, не знаю, либо ты что, либо босса посмотри. Ну, я не знаю, у меня такая дырка. Женек в танке? Короче, ловите трэш. Ой, а вы сюда меня кинули? Я просто отошла, извиняюсь. Кого? Все, я побежал собирать трэш. Мы только трэш бьем, никого ничего не кинули. Ну это Лера говорила. Не, я полетел в город. Маш, дай по мне всякие ходы, слева стою. Ты обновил? Бам, подивнули. Омоложение, восстановление. Че, бомжей зовем? Да не, не надо. Просто лучше, да, закончу. Лучше аспекты всех. Посторонний 5 минут, когда, блядь, лужа 20 секунд. Все, сейчас буду таунтить, готовьтесь. Давай. Жмите там бомжей и бейте. Фул бурсты нажмите. Ехали, откатил. Еще фул жмите. Все, что есть. Сейвы там жмите, не зыбки, жмите, массакры, жмите. Все, жмите. Так давай, обновляй просто пока. Еще раз обновляю. Просто пока я обновляюсь. Что нажимаете? Я, блядь, в фиде бегаю, но стоп, сука.
Силёнку не работает? Они койлами захакивают просто. Так койл через силёнку не работает вроде. Так они пробивают. Все. Все забили. Короче, снизу рыбу кину. Рыба стоит, ешьте, я пока метки раскину. Можем мистерином всех накинуть, обновить, зайти и скулить. Ну, скинется, кто приспеп поменяешь. Или про КД. Так, раскидал, кто какие кубы жмет. Вы ветку над собой видите, вы нажимаете эти кубы, соответственно. Я не буду анонсить, когда и жать, я просто буду говорить, что скоро кубы. Ваша задача нажать куб, как только он активируется. Раньше нажать вы его физически не сможете, так что просто нажмите вовремя. А отпускать? Когда? Когда отпускать, я скажу. Ну ладно. Ну, босс проставится, я скажу сразу. Все, пробафайте там. Мне интересно, как его танчить. Танком. Кто у нас там? Петя, Женя, Женек и Фадики Андрей. Короче, Петя, давай ты на трэше самый тоненький. Первый танчит Андрей Фолок, потом... ФДК, потом Женек. У Фолога достаните СС, Ляночка, у Фолога СС. Джанк СС в ФДК, и Мобой СС в Женька. Раскидывайте прямо сейчас. Короче, как кончится босс с ДКшниками? Вот вы стоите, фрейм во фрейме. Босса два кастящихся спыла. Это вызов портала и сокрушительный удар. Сокрушительный удар он кастит где-то секунду. То есть достаточно быстро. Твоя задача именно во время каста сокрушительного нажать таунт. То есть не до сокрушительного, не после него, а именно во время каста. То есть ты можешь вообще ничем не бить, ты можешь просто стоять и смотреть на его бар каста, то есть как только он кастит. Ты типа прослакаешь, больше шанс, что человек умрет. Петя, там, надеюсь, сможешь трэш подержать? Ну, гитаристов точно, бесов точно, а насчет вот этих демонов под вопросом. Там желательно. Если хочешь, ТД шмот надень. Не-не-не, там просто нет четырех кусков, руников не хватит, чтобы носить. Дальше. По списку, по мобам. Вот этот портал, под которым я стою, большие демоны, я буду анонсить, будет кикать косты, я буду ставить людей, чтобы кикали косты. Кикать косты будет бета-тестер, мистер Бонд, Шнурки и сам Петя. Вот эти демоны. Задача ДКшников, которые танки. Если вы не танчите босса, ваша задача грипнули от босса того, кого я поставлю,
Далякова. Если вы, ну, будете сейчас забирать, вот следующий вы забираете, то вы ничего не делаете, вы не гриппаете. Если вы сейчас танчите босса, вы тоже ничего не делаете, вы не гриппаете. То есть, если вы вот только что получили въебало сокрушительный, вы можете тогда гриппать. По-другому не надо. Дальше. Последние бесы. Сдача людей на бесах. Не давать никаких АОЕ-станов. Абсолютно. АОЕ-станы я сам заноншу. Это будет давать вакансии я сам. Остальные не давать стану. Если видите, что таргет на моб куда-то убежал, вы можете по нему дать стан, ну, таргетный. Но никак иначе. То есть, если вы хотите моба подвести в пачку, просто киньте по нему какой-нибудь сало, там, ДКшниками, магами, еще кем-нибудь. Они, типа, будут в мили бежать, атаковать сутки. Так, давайте. Готовность на понимание, что происходит. Вопрос. А, на эту платформу заранее не становиться, правильно или как? Без разницы. А, ну, хорошо. Достаточно много времени, то есть люди успевают из мили-зоны добежать до платформы и нажать куб. Она просто не сразу нажимается, там, вот это главный нюанс. Смотри, типа, главный момент, типа, короче, ты можешь тусоваться рядом с своего куба, все делать, но, типа, не заходи, потому что может кинуться лужа. То бишь, до прожатия кубу не подходи, и все. Это назначь сейчас, который вот этот вот трэш на кик? Какой, который слева? Мы уже озвучивали же. Демон овца, в очередность. Короче, первый демон Петя, второй демон мистер Бон. Нет, чертворцы. Чертворцы? А. Сейчас. Звездочка Петя, Печенков и Дикей, Крестик, Женек, Черепок, мистер Бонд и Квадратик, Шнурки. Сацуна, с тебя аферы по этим гитаристам. Так у нас же 5 паладинов. Может, я хилить? Там мана заканчивается на паладинах. Там не хватает даже на одного полностью. Квадрату кикать каз, да? Ты говорил? Да. Так, готовность на понимание, что происходит. Если вопросы есть, сейчас спрашивайте. Женя. Я танчу второй пасы, Андрюхи, правильно? Да, второй. Угу. Короче, 5 минус ИП за ФК. Евгений, проснитесь. Вон шоркает ботинками. Не знаю, кикнуть что ли, взять кого-нибудь другого. Давайте. Еще раз чекну. Так, шнурки остались. И поехали. Все, даю отсчет, сюда подойдите. Короче, пусть стойте просто. Я буду анонсить, когда давать с полы по этим черепокцам. Черепок кинул, бейте. Двух минутки можете отдать их как-то. Нажми эфир на яме. Нажми эфир, Войт.
Осталось два. Последний. Разрезайте ману, добейте эти. Добейте, там еще 40 секунд. У нас приплод откатит. А я не понял, так понерфили при моих или нет? Да, понерфили. Это же было 100 лямов. За два открытия убили его, если что. Это, камон. Короче, это, пока формация такая, типа, на пульте, пожалуйста, на медведя, я без для тренинга нихуя просто вообще. Так ты можешь поменять еще. А нет, вижу, есть для тренинга одна. Кто первый танчик? Кто на пульте? Уфолог первый. Уфолога на пульте. Гера. Печать на репликов кидаю. Готовься, видишь, сейчас 5 секунд там. Будут кастить, забирай. Время каста. Забирай. Просто внимательно надо и быстро таунтить. Еще раз, да? Да. 20 секунд до кубов и до дерна. За два куба, короче. Не, даже бурсты и гера не закладывают. Готовьтесь, к кубам поближе становитесь. Кубы первые гитаристы. Первого гитариста... Нет, не надо. Нажали кубы. Печенька. Уже нажали, нажато все. Отпускайте. Грибы. Да. Дал черепок грибы. По черепу все сыграли. Не влезьте в струны, аккуратно. Ничего не так. По черепу оковы дайте и грипните его сюда. Силом, что ли? Следующего. Грипайте. РДД играйте фул по демонам. Под волнами не стоит ляночку. Грибы. Все, РДД добейте последнее. Великий босс. Демон. Кубы нажали. Прожали кубы. Отпустили. Отпустили. По демону сыграйте, черепок поставил. Гитариста не добили. Добейте гитариста с черепком, пожалуйста. Все, играем по демону. Черепок дал таргет, набейте черепок. И курсы с магов плюс шаман. Сейчас флоу сорву наверх. Чё танков так ебёт? Это две тычки было. Сейчас будет вспышка, готовьтесь. Кубы надо будет нажать. Нажмите кубы. Еще, отпустили. На меня нет дебаф. Ну так забери обратно.
этого грипнуть надо будет. Потом грипнешь. Женек, забирай. Вы видите его грипы в центр, пожалуйста. Грипы в центр. Таргет на все играют по мобам. Бетик. Есть, кстати? Да. Давай. Жанка, Б, Жанка, Б. Череп, грипп. Давайте ребафа побольше. Череп, грипп, пожалуйста. Женек, грипп, не череп. Следующий, череп, грипп. Играйте РДД, играйте по демонам быстрее. Все по боссу. Пиздец, походу, будет. Маленький. Жали куда? Поджали. Не убрать? Ушли квадрат. Все. Ушли в квадрат. Сейвы свои прожали. Мелких заберешь еще там часть. Отойди, откуда там будет уже. Ух, руки наши все. Дали бы гитарист. Забирайте. Тан ему дай. Нормально, я забрал. Дальше Женя. Или кто там? Кого там добыл? Лужих не стоит. Давайте по бесам. Сам заставим. Все, убивайте босс. Вы видите его в центр. А Женек так-то с дебафом. Да потому что они, блядь, ретаунтят нахуй, я не знаю. Я босса танчил, меня не ударил, они забирают обратно его нахуй. Ребятки, смотрите за своим агро. Если с вас ретаунтили, не бейте. Вы, блядь, ДК отбиты, другие танки нормальные. Не улети туда. Специально слал, чтобы они не улететь в год. В лужу не улети, Женек, только. Чеславий, отдай иннер по скивне, рядом с тобой стоим. Станьте все в медведя, чтобы он не ворочался туда-сюда. Ну, в смысле, эти танки. РТД, там, как спать. Сова, отдай иннер по скибиде. Шаман. Ты ему на щит обновить не хочешь, Жень? Говорят, он по КД прокает. Не обновляю, как он спадает в своё время. Проходит время, я её прошу. Могу не просить себя стоять на месте, кажется. Но мне до пизды. Тебя каждый стак спасшая щита дает манны, так для справочки. Я понял, говорю, но когда она улетает быстро, он может так не остановит быстро манну стоять. Не остановит. По каждой типу вот херня уешь, интересно. Давай, Thank you.
Медальон. Короче, тролльцы драконы сразу. Тролль. 98, 100 вижу. Я ради интереса. 50, ну, стандартная хуйня. Не знаю, у меня один. Давайте мне. Конечно, дракон достаточно сильно, да он беспонтовый вообще, по факту, типа 280. Так, дальше. Сразу епешься, плащ. Если никому не надо, я заберу на ДД медведец. Забирай. 3, 2 Подано. Дальше. Светлячок. Целый привар. О, впишитесь кому-то надо. Десять оф. Три, два, продано. Так, щит паладиновский. И шамановский. Мой лик 100. Разве не успех, Майлик? Да не оба на успех. Ну там же просто он 10 поставил, там же кратное 100 дальше. Ты просто написал, что успех, поэтому. Ой, а можно на мейн забрать? Или там у вас очень плохие у всех щиты? Ну конечно, можно. Бля, вы такие пиздец без обид. Печенки поехали. Первая печенка. Ставьте это. Блин. 11 кана. А уже есть 11? Набрали их. Батик, у тебя нету 12. Батик, у тебя нету 12. Ну, срезало. 11.5. 12 кавакати. Петя, 13-ка. Раз, два, три, все, Петя. Продано. Ленора, что тебе надо? А щит или кто-то забрал? Забрали, вакать. Петя, тебе обмен. Дальше, Печенко. Блять. 12 вакати. Я 12.5 дам. Ну, мистер Бон 12.5, я понял. Сука. Вакати 12.700. Просто ну, вакати фу ебать. 12.800, я мистер Бон. 3, 2, 1, продано. Следующий. Вакати 12.7 ставь сразу. Давай, мистер Бонд. Да, блядь. Сейчас найдите. Чипок. Вакати 12.7. 3, 2, 1. Продан. Вакати обмен. Все, летим. Ура. Я могу теперь от камешка на мастерство отказываться. Ну, а на Йоми, короче, мы с тобой на следующем КД еще лутаем. Ваня, а вот этот щит можно забрать или нет? Ну, разбирайтесь в вакансии. Типа... Смотри, щит ролили, типа, сидели, озвучили, типа, уже минусанули, ты уже пополнился через полдня. А на, я ну, типа... просто увидел, что там, ну, это, ДДшный щит или не увидел, вот сразу просто. Ну, с мэйком решай. Мне 100, этот, ему отними, я дам без проблем. Конечно, уф. Да.
Малик тебе подарил 100 ЕП своему буждону. Ну, ну, мейн не мейн, но он проебался, вот в чем фишка. Ну, согласен, да, но я спрашиваю, если можно. Нет. Это что, и ВК идем? Да, идем, лечите ВК. Я же говорю, если мне соточку вернут, то без проблем. Если а так, то а за свои ЕП я тебе не хочу отдавать. Пошлите в Золоман. Дайте Золоман. Ой, с этим и ВК.